Так, еще немножко. Эй, геймер, не подглядывай! Прости. А может, лучше в футбол поиграем? Загрузка завершена! Заходите! Ура! Наконец-то! Представляю вам свою новую игру! Лунный скороход! Ух ты! Новенькая! Блестящая! Ого! Два игрока, ого, две дорожки! Вот это круто! Эх, дороженьки! Бегать я люблю! Нужно вместе проходить трассу, собирать артефакты и уклоняться от лунатиков! А еще у игры будет секретный финал. И даже Ник не знает, какой. Вот это да! И что? Мы будем в нее играть? Все вместе? Прямо сейчас? Конечно! Нет! Почему это нет? Сначала игру надо протестировать. Так все разработчики делают. Ты просто хочешь один играть. Как всегда. А вот и неправда! Просто я профессиональный игрок. И лучше всех справлюсь. Геймер! Давай! Держись! Геймер, ты как? По-моему, тест можно закончить. Давайте вместе играть. Нет, я пройду игру. Просто устал немножко. Вот что мне в тебе нравится, так это упорство. Ник, а у тебя случайно нет батарейки дополнительной? Может, признаешься, что тебе нужна помощь? Я великий игрок! Справлюсь! Ро права. Это командная игра. Одному ее подойти невозможно. Вот-вот, давайте уже вместе играть. Нет, я сам. Я прошел 1000 игр и эту пройду. Я победю. Нет, побежу. Я выиграю. Ро бы лучше справилась. Она такая быстрая. Ро не играет. Ребята, кажется, мне все-таки нужна помощь. Ха, ты же великий игрок. Ты вроде как тестишь игру в одиночку. Ладно, скажу. Вы нужны мне. Помогите! Ловлю. Поймал. Вот так бы сразу. А теперь побежали. Я ненадолго отлучусь. Это невозможно. Ты пошел? Давайте, ребята, почти получилось. Так. Ой. Ро, ты пришла. Ну, мне тоже интересно, что будет в финале. Погнали. Да. Так. Раз. Да. Ура! Получилось! Ура! Победил! Не я один, а мы в команде. Спасибо, Ро. Ребята, сюда! Сейчас что-то будет. Ну, это же не командная игра. А может, все-таки футбол? Да! Да! Все вместе! Помчали! Один за всех! И все на футбол. Плата, ты идешь? Ага, сейчас. Какая интересная игра. Ну-ка, так. И да, победа! Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.